Всем привет, я Патронов Александр, мне 20 лет, я увлекаюсь спортом, люблю путешествовать, хочу стать телеведущим, потому что это увлекательно, прикольно, и это моя миниатюрная мечта с детства. Голосуйте за меня. Здравствуйте, меня зовут Магин Павел, я очень хочу стать телеведущим, потому что очень хорошо умею разговаривать, разбираюсь во многих сферах, занимаюсь единоборствами, шахматами, гитарой. Голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Рейфер Наталья, мне 18 лет, я увлекаюсь игрой в КВН. Люблю общаться с друзьями, люблю рисовать. Очень хотела бы попробовать себя в роли ведущей. Выбирайте меня. Всем привет! Меня зовут Сокова Ольга, мне 17 лет. Я люблю увлекаться музыкой, танцами, также люблю большие шумные компании. Я очень хочу попробоваться в роли телеведущей и голосуйте за меня. Всем привет! Я Мирешко Дмитрий Алексеевич. Мне 18 лет, я занимаюсь спортом. Рукопашным боем, имея кандидата мастера спорта. Телеведущим я хочу стать. Просто хочу быть знаменитым и иметь много денег. Всем привет, меня зовут Дудников Егор. Я хочу рассказать немножко о себе. Я занимаюсь творческой самодеятельностью уже 6 лет. И учусь я в Волгал. Я уже второй курс. Мне 20 лет. И я очень хочу стать ведущим. Голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Вишнякова Дарья, и я хотела бы рассказать немного о себе. Я учусь в Волгоградском государственном архитектурно-строительном университете, занимаюсь творчеством уже очень давно, со школы, сейчас участвую в КВН за свой факультет. Я хотела бы стать ведущей, потому что мне кажется, это здорово общаться с людьми, и вот и все, голосуйте за меня. Привет, меня зовут Гречишкина Елена, я увлекаюсь танцами, музыкой, люблю читать книги, путешествовать, находить новых друзей, новые знакомства. Я учусь в Институте искусств и культуры на режиссера театрализованных представлений и праздников. Я бы очень хотела стать ведущей Юлией Грицук, потому что я люблю общаться с новыми людьми, познавать что-то новое. Также хочу, наверное, стать звездой. Я считаю, что у меня есть для этого все данные. Голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Лера, мне 14 лет, я учусь в Волгоградской школе, увлекаюсь занятием спорта. Если ты за здоровый голос, за здоровый образ жизни, голосуй за меня. Всем привет, меня зовут Лина Табатадзе. Я люблю путешествовать в свободное время. Я занимаюсь плаванием. Хожу на аэробику, также я люблю шопинг. Гамарджоба Ойлас. Мемхуя Лина Табатадзе Мефцхоуру. Волгоградши Вар Озда Руатрис Медзан Миндарогауте Сахиобидат Ампуан Русети Сарксе. Дзан Диди Мадлова.